Продолжаем влог. Всем сегодня привет. Мы на улице. И отправились мы сегодня в небольшое путешествие. Пошли пешком до почты забирать посылочки. Приехали диски, MP3-шки для моего музыкального центрика. Сейчас доберем ретро-красоту. Посмотрим, прям там с вами распакуем. И мы взяли с собой Джерика. Джерри, малыш, идем. Идти нам так порядочно. Могли, конечно, на машине поехать, но мы сегодня идем чисто так погулять, посмотреть места. Поэтому вот такая у нас сегодня будет прогулочка. Ну и вложик вам как раз поснимаем заодно для веселой компании. Так, сюда-сюда. Главное выбраться из этой густоты машин. Ага. Вот у нас вот так красиво по бокам. Джерри свои кусты отмечает. Тут яблонька. Видите, уже яблочки валяются. А это наш торговый центр. Бургерка там. Все дела. Туда мы в киношку ходим. Все у нас тут рядышком. Мы вышли на красивую дорогу. Вот у нас тут березовая посадка. Ой, опять эта собака сзади. Ну, далеко. Okay. Наверное, не увидит нас. Дайте, смотрите, тут поставили какой-то кружок. Что это? Вот этого не было, когда мы тут были в последний раз. Ну, пешком, по крайней мере, шли, потому что обычно, когда пешком идешь, все замечаешь. Вот, типа как переход, да, и заходите в такой круг. И там еще мостик сделали прям. Красота. Так, здесь, в принципе, у нас березовая посадочка. Все то же самое. Тенечек, наконец-то. Мы выбрали сегодня день такой более-менее посвежее. У нас дождь прошел ночью. Но сейчас у нас опять разжарило. Но все равно как-то свежее, чем вчера, например. Если бы мы пошли прямо в самую пеку. Смотрите, какое дерево. Все поросло мхом. Высокая. Джерри. Пупсик. Джерри, пупсик. На обратном пути шотцы поснимаем здесь, когда пойдем. А я думала, мох. Он зеленый. Он, оказывается, желтый еще. Мы уже вышли, сидим на лавочке, а лавка тут широкая, длинная, там у нас почта, и там вот, и две посылки, одна у нас такая из Башкортостана, тут диски, сейчас откроем. В этой маленькой коробочке один диск и одна аудиокассета, тоже сейчас откроем, потом пойдем сходим в сторону школы, хотим посмотреть школу. Как тут что? Обстановочка. Типа глязи, погляди, типа это озярка, сказать, это тенечек, сказать, конфулечки, начилечки, спасибо. Дядька, сделай тенечки, скажи, кайфулечки, сидите. Пинг-пинг. Распаковала первую посылку. Смотрите, тут у нас какая красота приехала. Это диск «Руки вверх» без тормозов. Вот такой альбом. Как вам? Такое ретро, без любви, ну где же вы, девчонки, атаман, полечу за тобой, дома не сиди, руки вверх, назови его, как меня, лучший парень, песенка номер два, что? Если ты разлюбила, я не отдам тебя никому без тормозов. Что? Что, это мое детство здесь, Вика, это здесь мое детство, в этом диске, скибидиуа папа, да, так что вот еще тут кассетка, подарочек к альбомчику в комплект. Вообще брала чисто из-за альбома, но так получилось, что
комплектом. Тут отдавали, да, и кассеты, и альбом сразу, поэтому кассету я тоже отхапала с удовольствием. У меня там в Самаре лежит, я покупала себе такой магнитофончик, где читаются кассеты, так что вот буду там слушать. Вот этого альбома как раз у меня не было. Были другие, а вот этого без тормозов не было. Дочкози. Дочкози. Я вообще не в курсе, скажи. Я еще 2 годика назад родился только. Такие дела. Мы сидим тут пока на лавочке. Красивый у нас тут парк. А здесь идет ремонт напротив. Вот. Там у нас стоит пушка. Вот. Открываем вторую коробку. Вот они, диски, смотрите. Только это уже не из 90-х, это уже запись. Попозже, да, так сказать. Но тем не менее диски для центра нужны. Тут пачечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Вот. Такая красотища. Сейчас откроем. Да. Парки, да, сидим. Все, конечно, хорошо. Открываем. Наглядно, конечно, было бы класснее выбрать еще что-нибудь там всего. По интернету не так особо легко выбрать. Пока фотографию пришло, да, продавец. Пока все и так смотрим. Первое. Такие смешные коробочки, тоненькие. Потому что запись, конечно же, уже современная, да. Сейчас, видимо, записывают где-то. В общем, первое — это золотые хиты дискотек 90-х зарубежные. Вот это вот у них линеечка такая вот. Видно, да, все по-моему? Дальше следующий, тоже эта же серия. Ой, тут это Умитроль. Умитроль. МП-3-шка. И вот тут песенки. Куча. Следующий — это Кайметов. Вот он. Кайметов, да. Брала я чисто из-за Кайметова. А тут еще Осин к нему приплюсовала. Ну и подписчика мне Кайметова. Вот надо было. Вообще коробка, кстати, прикольная. Они такие легенькие, воздушные. Здесь что у нас? О, это же Blue System. Дитер Болин. Жив-здоров. Вот он. I can't get in love. В общем, вы меня поняли. Дальше, это Руки вверх, MP3-шка. Если тут только альбомчик, да, один. Тут целая MP3-шка. Сидела. Тоже здесь уже кухляш Жуков. Следующий — это Шатунов и Ласковый май. Вот они все песенки. А Ласковый май — это тут будут песни, я надеюсь? Не знаю. Это Шатунов. Это что? Это 6-й год, 17-й, 16-й. А вот, что это тут у нас? Розовый вечер есть, 89-й. Потом альбом. Что тут опять? Вот Белые розы немножко. Белые розы. Шатунов уже потом. Ну вот тут чуть-чуть есть. Ладно, пойдет МП3-шка. Дальше. Тут у нас группа Hi-Fi. У нас тут на. Это кто такой вообще тут? Кто там? Где Митя Фомин забрался? Кто там шумит? Включили звук какой-то. В общем, тоже послушаю. Золотая коллекция. И я тоже офигела. Пучочек. Еще один пучочек. Хотите, открою. Спаковали вторую пачку. Тут у нас включили громкую жужжалку. Это снимать так. Следующее открываем, переворачиваю. Вот, какой-то мужик и девушка. Сошла, это же Modern Talking. Ой. Это тоже мужик, Вика. Ой. Это Modern Talking. Да, люби-люби-люби. Да, люби-люби-люби. Ты чё? Это что такое? Подарок? О. Тесто, жених и невеста. Подарок положили. Смотри, свадебный суперсборник. Это на свадьбу нам? На свадьбу, да. Подарок написано. Смотрите. Ты. Класс. Еще подарок. Лучшие песни. Цой. В конвертике.
гляню. Что там? Вот он, секретный. Это записано, видите, на CD-шку. Свой лучшие песни. Шикардосник. Тоже в MP3-шнике записали. В формате. Дальше. Это у нас золотые хиты дискотек 2000-х. 50 на 50. Вот это же фирма тоже. Вот такая. MP3. Да. Тут это уже другая линейка. Здесь у нас Иванушки. Сразу чувствуется Иванушки. Другая коробка. Да. Иванушки в MP3. Встретились как-то три Иванушки. Вот тут тучи, этажи, все дела. Дальше у нас тут вот такой сборник уже современный. Смотрите, Мари Крамбери, Клава Кока, Анет Сай, Ёлка и Йова. В MP3-шке. Вот все песенки. Интересно, а Анет Сай тут где у нас? Вот она. Малышка, невеста, ребята. Тут даже слезы уже есть. Офигеть. Вот она. Шика. Шика. И вот эта вот линейка тоже из этой серии. Давайте посмотрим. Это Бритни Спирс. Упс, ай. В MP3-шке. Какие тут у нас альбомы. Circus есть. Blackout. In the Zone. Бритни. Кстати, Baby One More Time. Вот и... Что-то на английском. Альбомчики. Бритни. И... Света. Полная коллекция. Твои вот, глаза. У Света столько песен. Да ладно. В основном, наверное, ремиксы какие-нибудь, да? Ага. Вернись, моя любовь, хватит довольна. Нифига себе, сколько песен у Света, я не знала, если честно. Следующая пачка, в общем, вот такая. Ну как вам? Как вам на стиле? Теперь спишь, что ли? Эй, доброе утро. Спит он там, носом клюет. Вдрых, скажи на вкусненьком, вдрых нет. Тут к нам бро пришел один, такой смешнючий. Смотрите, бро, какой она что. Надыбался, лай, устал уже. А это специально лег тут и бачочек свой чешет. Не успела заснять, такой хитрый. Сейчас подумаю, что это мы тут с собаками целыми кучами сидим. Скажут, пришли тут собакники. Джерри, ты недоволен, да? Недоволен. А тебе скажи, ты кто такой? У нас вкусняшек тебе нету дать. Парнишка ты. Парнишка, ничего у меня нету, кроме телефона, как тебя сфоткать. Дай ему телефон. Я его сфоткаю. Эй, братанчик. Ну и красиво, ушки подними, как вот до этого смотрел. Тё, на меня посмотри. Он даже не смотрит. Вот, вытеку, братанчик. Наш, ну-ка, сфоткаем. Давай, Вика, его вот так, мышку, вот. Недовольночка же мой. Джерри, молись. Джерри, молись, я ты молись, скажи, да. Хитрый. Джерри. Чизи, моя солнышко. Ну что за прелесть? Что за прелесть? Снимаю этих двух зюбликов, бубликов. Красавчик. Нам пора, я думаю, да? Да. Пора нам? Да, нам пора. Нам пора, очень лучше. Такой сказал Джерри. Пошли мы к школе. Какие красивые сосны. Красота. Тенечек. Это школа? Да. Это школа. А он приятель идет за нами. О-оу. Я его Гимка назвала. Тут, значит, эти тренажерчики. Вот. О, я их помню. Помнишь? Да. Шишечки валяются. А. Да. Я хочу сюда попробовать залезть. Попробуй. Вот приятель наш пришел. Чиха Джерри.
Джерри, вы только что нормально общались. Побежала, побежала. Прикольная, да? Да. И вот школа. Вот как удобненько тут, смотри. Интересно. Кстати, вот отсюда можно выходить. Вон там еще дорожка. В принципе. Или можно оттуда идти. Ай да, пойдем, я думаю, да? Блин, мне интересно, посмотри, что там. Тикаем, Вика, тикаем. Тикаем от приятеля. От Пимки. У меня рука уже от него. Я же говорила, давай мне. Ладно, стороне тащить. В общем, пошли мы домой. Буду заканчивать на сегодня ложек. Он не видит, пока чешется. Сбегаем, поэтому. А то сейчас за нами придет туда. Там у нас дорога, машина. Тут хорошо было бы. Ладно, все. Погнали домой.